праздника у жителей микрорайона Северный было как минимум два повода – День пионерии и отчетный концерт детского подросткового клуба «Айсберг». И даже моросивший с утра дождик не напугал, а только раззадорил гостей и артистов. Тем более, что к началу торжества от плохой погоды осталась лишь роса на траве. Это праздник как бы посвящен нашим детям. Когда мне сегодня надевали галстук, ощущение как в школе. Ну а в школе, когда был пионером, это была гордость, наверное, ощущал, когда приняли в пионеры, гордость и возвышенность какая-то была. Ну, наверное, все-таки пионер — это всем ребятам был пример. На сцене больше сотни молодых артистов из разных коллективов города. Поют, танцуют, дарят людям хорошее настроение. Мы вчера репетировали с детьми номера. И вот, что самое интересное, детям надели галстуки, вспомнила свое пионерское детство, поднялось настроение, потому что сейчас детки немножечко, ну, я так считаю, мрачно одетые. А вот как только они повязали галстуки, одели белые футболочки, почему-то вдруг появилось такое вот настроение очень праздничное. Праздничный марафон длился 3 часа. Все это время аплодисменты не смолкали, а дружные северяне и не думали расходиться.